Сейчас мне будут помогать мои девочки. Ваша задача повторять за ними. А девочки встанут вдоль стеночки. Ага. И спиной встаньте, чтобы люди за вами повторяли. То есть вы смотрите на меня. Я вам рассказываю, а вы по девочкам смотрите на их спины и повторяйте. Итак, движение египетское. Оно называется Egyptian. Это скрутка. Берем правое бедро, правую ногу и скручиваем правое бедро. Нужно как будто, знаете, вам кто-то мешает, и вы ему такая... Отбили мяч правым бедром, поставили ногу, перенесли вес. Отбили мяч левым бедром, поставили обратно. И у нас идет поочередно. Право и лево. И раз скрут, два скрут. Правое скрутили, левое скрутили, правое скрутили, левое скрутили, правое скрутили, левое скрутили. Добавили руки вместе, которые помогают скручиваться. Рука идет не вперед, а назад. Бедро идет вперед, рука идет назад. Отодвинули. И другое поменяли. Раз. И правое в центр, левое в центр. Правое в центр, левое в центр. Правое в центр, левое в центр. Все любят тряски и волны. Ага. Сейчас смотрите, смертельный номер. Расставьте ноги широко. Ну вот так, чтобы не очень прям, чтобы не заваливаться, но широко. А теперь представьте, что у вас с одной стороны человек и с другой, и вы в толкучке, в толпе. И вас нужно одного бедром и другого, одного и другого, одного и другого, одного и другого. А теперь расслабьте ягодицы и потрясите. Трясем, трясем. И право-лево, 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 право-лево. Шагаем право-лево, право-лево. Лево, право, лево, право, лево. Лево, право, лево, право, лево. Молодцы. И волны. Волны это самое, ну знаете, в этом есть определенная сразу женская какая-то такая манерность. Поднимаем грудь наверх. И прям туда, вверх. И спускаем все вниз. И наверх все вытянули. И вниз. Чувствуете, да, прям энергии женские пошли. Прям грудь наверх. И вниз. И наверх. И вниз. Вверх. И вниз.